нормальная дорожная машина КДМ-7615, предназначена для всесезонного обслуживания дорог с твердым покрытием. Она применяется для работы в городских условиях и на загородных трассах. В зимнее время машина используется для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега и распределения противогололедных реагентов. А в летнее время идеально подходит для подметания и мойки асфальтового покрытия. Основными характеристиками оборудования являются эффективность, надежность, безопасность и комфорт. Всесезонная эксплуатация достигается благодаря многофункциональности и широкому спектру устанавливаемого оборудования. 8 видов фронтальных отвалов и щеток, средний грейдерный нож, бункер для сыпучих реагентов, емкость для жидкостей. КДМ-7615 может изготавливаться как на базе шасси, так и на базе самосвала КАМАЗ-65-115. Все управление осуществляется из кабины автомобиля при помощи специального пульта. Имеется одобрение типа транспортного средства. Выдается ПТС на коммунальную дорожную машину на базе шасси КАМАЗ. Доступная цена и низкие эксплуатационные затраты позволяют КДМ-7615 заменить две обычные коммунально-дорожные машины, тем самым обеспечив ее собственника высокой экономической выгодой. Более подробную информацию о моделях, комплектации и ценах вы можете получить на нашем официальном сайте pkyar.ru или по телефону горячей линии 8 800 505 17 45.